Всем привет, друзья! Сегодня, я думаю, выйдет такой довольно интересный сюжет. Я с товарищем вызвался помочь своим знакомым дорезать остатки огромного крупного дерева, которое, ну, точно больше, чем метр в диаметре. Они сколько смогли, порезали небольшими пилами все, что там можно было порезать шинами, страховками. И я с товарищем вызвался помочь, взяли профессиональные мощные пилы с длинными шинами, чтобы уже завершить эту работу. Ну, возможно, моего товарища уже кто-то видел, потому что у него тоже есть свой канал на YouTube. Это Александр с канала «Садовод». Друзья, всем привет! Да, Рома говорит правду, это все так случилось спонтанно. По поводу помощи в разделке такого толстого ствола свыше метра. Мы давно с ним собирались снять обзор, тест бензопил китайских Зомакса и Эмоса. Как раз этот случай нас и сегодня собрал для съемки этого видео. Помощь друзьям для разделки такого толстого ствола и для теста бензопил Зомакс. Зомакс 6510 модель, она новая. Сейчас я ее немножко прикатаю, прогрею на таком небольшом поленце. А дальше уже будем снимать тест и разделку толстого ствола свыше метра. Я взял свою бензопилу. Вы уже неоднократно видели. Это Эмос 365, переделанный под 372 модель. То есть по факту здесь 70 кубиков. И сейчас шина установлена 70 сантиметров. Также у меня про запас взята шина больше метра. И сейчас, пользуясь таким удобным случаем, мы постараемся кое-как сравнить эти две бензопилы. Так как у нас, к сожалению, нету двух одинаковых шин 70-ок, подожди, не заводи, пожалуйста, договорю, то мы будем, Саша сейчас на 45-ке сделает там несколько резов, для того, чтобы хоть немножечко обкатать бензопилу, и потом просто по очереди на шине 70-ки с одинаковой цепью сделаем, ну, что-то вроде какого-то сравнения. Ну, такой план, по крайней мере. Давай, прогревайся. Давай, я заведу. О, блин. Так, это подсос был, была уже вспышка. Да, холостой убирать сейчас не надо, потому что оно все равно сейчас немножко будет прикатываться. И ну, сейчас, да. Прямо сейчас регулировать нету никакого смысла. Смысла нет. Ну, в принципе, более-менее добротно. Ну, надо немножко порезать, правильно? Я думаю, что как минимум после первого бака она уже выйдет на более-менее какую-то стабильную работу. Ну, давай, я делаю еще пару-тройку резов. И будем продолжать. Да, погнали.
неплохо, неплохо. Сколько? 45 сантиметров примерно на всю шину. Ну да, зарез был на полную шину сделан. Иди подтягивайся. Да, давай сейчас возьмем. Оп. Забираем это. Опа. Эмосок.
выйдет, не выйдет. Ты можешь... Так, и красивую фотку. Если это видео залью, тоже ссылочку поставлю.